Славянске начался суд над учителем школы номер 10 Андреем Шалдой, которого обвиняют в сепаратизме. Андрей Шалда принимал участие в организации так называемого референдума в 2014 году в качестве председателя комиссии на одном из участков. Все, мы готовы начать. Двери открываются. Ждем первого посетителя. Теперь, по истечении почти 3 лет, он оказался в зале суда. От комментариев Андрей Шалда отказался. Мое право на коммутуатор. Его адвокат также ничего не прокомментировал. Следующее судебное заседание назначено на 23 марта.